тяжело. Мамочка родная. Поехали. Звони где? В какую больницу? Центральный центр. Была у врача, приехала домой и понятно, что А куда? Сюда? Туда, вот, вот там оранжевое здание, которое серая дверь. Туда? Да, вот серая дверь, вот там. Ага. Так, а там сразу же вход у них. Предупредила. Спасибо вам огромное, мужчине. Всего вам хорошего. Я надеюсь, что все будет. Спасибо. Меня зовут Прокофьев Сергей. Это моя супруга Прокофьева Ксения. А в крестике же у нас прекрасная дочка Мирослава Сергеевна Прокофьева. Вот, дело было как 23 сентября, около 5 вечера, наверное. У супруги отошли воды. И сообразив, что делать-то, суета, конечно, не знаешь, что делать, первый раз рожаем. Поехали в перинатальный центр, по трассе ехал, видел наряд сотрудников дорожной инспекции. Просили помочь, молодцы, спасибо, не отказали, помогли, быстро-быстро доставили в перинатальный центр. Все, очень-очень спасибо, большие молодцы ребята. Очень благодарны. Так, очень отзывчивые. Все очень оперативно. Очень быстро и оперативно, да. Я очень удивлен был. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Это было как в фильме. Да. Всего, наверное. Как будто в событиях кино участвовал. Папу оставили. Да, папа ехал за нами, ага. А меня посадили в машину, и мы поехали, помчались. Угу. Быстро очень доехали, и вообще просто моментально. Меня сразу же в палату, и все. Мы несли службу на автодороге Р-21 Кола. К нам обратился гражданин, пояснил, что его супруга находится на последнем месяце беременности, у нее возникли какие-то проблемы со здоровьем. Попросил сопроводить нас до перинатального центра города Петрозаводска. Мы приняли решение посадить девушку в служебный автомобиль и сопроводить до перинатального центра, так как в городе были пробки. И, используя спецсигналы, доставили ее в кратчайшие сроки до больницы, чтобы ей оказали помощь. Через некоторое время мы узнали, что у молодых родилась дочка. Мы очень рады этому факту. Поздравляем их, молодых родителей. Может, поел? Не, мы у них отмечки.
Спасибо.